Игра, она в первой части реализована, во второй просто потом вышла как бы с хорошей графикой, да? С другим сюжетом, да. Я хотел этот Evils начать, может быть, проходить. Evils? Против нас немцы играют, 4 немца, нас 5, да, Evils. Я не знаю. Мне ее задарили здесь весной, я еще все собирался. Ну вот Bioshock — это та игра, которая стоит action поиграть. Такой, да? Ну ладно, хорошо. И экшен, и задумался. Ну то есть не второй начинать, как... а с первой, да? Да, именно с первой. И она гораздо лучше, чем вторая. Но вторая тоже хорошая. И сюжетом очень хороший. Идет к тебе. Фух. Это было рядом. Это было рядом. Сейчас я их оббегу здесь, а то я там уже спалился у танка несколько раз. На балкончике так, сидит. Крипер. Ага. Оббежал к нам на респ. На флаге. Убей хоть одного-то. Убил. Где, где, я почти где? Зарезал там у танка там же, около флага. У тебя БС заминировано? Да. Да я здесь стану просто. И бомбы, по-моему, у него не было. Крипто, крипто. А. Вот кто где играет, у него банк был. У кого? У крипто этого? Да, банк. Red Bull. Хорош! Кто это, блин? А? Кто это такой? Зверюга. Да чё там нет? По центру идут. Вижу. Я там оглушил. Беспилотник где-то летает. Сейчас тоже дам беспилотник. Меня тут слепит жестко. Прям слепит и слепит. И убили меня. Там по длине убежал один враг. Здесь мина стоит, Витёк, нормально. Вон он был. Взял суперское оружие. Зарезал меня. Игнок. Эх ты какой молодец, Соник, а лежал. Молодец. Спасибо. Хвалит его в команде, да? Угу. Защищайте объект. И Соник с баф. Витёк всех проверяет, да, я так смотрю? Такая тишина, эти сразу. Готов. Крипто готов.
Меня опять оглушили здесь. Сзади опять убили. Да елки ты моталки. И бомба лежит, кстати, по дороге к Б лежит бомба. Вот здесь где-то бомба лежит, Витёк, напротив. Время на исходе. По дороге к Б она лежала, там, короче, увидите. Они тут ругаются вообще, что сервак, плохой мин много. Отлично. Готовьтесь к следующему раунду. Немцам не нравится, когда их херачат. Мы их всю жизнь херачили. Уничтожить объект. Знал бы я немецкий, я бы сейчас ему сказал, конечно. Так только по-испански могу. В доме здесь бегает. Ох, спас я, Пулевич, тебе. Это минус стоит. Но спас. Все равно спас, да. Он прям в спину выбегал тебе. У меня патронов мало очень. Так, их три человека. Че, на Б, на А? На Б. На Б. Ну давай еще постоим уж чуть-чуть. Ты куда стреляешь там? Отлично, бойцы. Куда ты стрелял? Я не понимал нифига. Но мне за что-то плюс 1000 сейчас дали. А, это зверюга стрелял здесь. Инвалид, да, лежал? Что-то откидывался. Молодец. Тот Тервинки. Беспилотник готов. Повторяю, беспилотник готов. Беспилотник вылетел. Система внушения готова. Повторяю, система. Я иду ставить. Давай. У нас в манекенах. Ну вот я из-за этого и пошел, честно говоря. Смотрю, что они у нас где. Ух ты, по мне что ли кто-то стрелял. Или свой там. Ракета Predator готова. О, хорошо, мы их раскатали вообще. Как бильярд. Я его чуть с Predator не жахнул, я уже открыл чемодан, хотел его завалить. Согласились. И Чилиби, эх, алё. Хорошая была игра. Але.